показывает. Скады лучше рекаунту, потому что когда ты стопаешь дамаг в рекаунте, цифры не падают, а в скаде все как должно быть, цифры спадают. Так, все, потихо, трэш, а? Бафа там все сдам. Блин, еще надо идти сейчас минут. Лех, перекинь релку обратно. Сейчас. А то кикнем с гильдии. А что нас так мало вообще? Ну сейчас зайдут те, кто еще мне нужен. Сейчас Локи зайдет, Калат зайдет, Полина зайдет. И одно место под вопросом пока. Калат с работы сейчас приходит и... Все, поехали. Если бы Кисло еще зашел, было вообще здорово. Хроника, иди на пол. Хил. В рамбуле я моментально умер. Чего слакаете? Хидите. Меня прохидите. Мы обсуждаем капы на комбат роб. Прохильте, блять, вы серьезно? Сперва БРТ сделал, может люди АФК. Ого. Тебя исповедь почти вся зашла, и ты все равно умер. Не пульте сейчас, дайте это, отпиться и горче сделайте. Так, что, присумоните? Лорус, дай джи? Поставьте столик, маги. Я же говорю, отойду на минуту. Когда... Все, я тут. Слышно? Да. Тимыч, в рейд кто закинул? Ты, Лех, нет? А. Я понял, ты не мог. Восьмую группу пока что не сумонить. Восьмая группа за рейд. Если вы будете нужны, вас суманут к боссу. Ну, можно мне тоже сядь, пати, в рейд. Мистер Скриптор. Да, скриптонит. Скриптонит в натуре. Понимаешь, тебя единственного гибкий забан. Серьезно? Я думал, что пианиста забанит. А его как банят, он себя сам разбанивает. Вот это уже обидно, да? У пианиста связи просто, его только забанили. А за что забанили-то? Да, у меня скрипт стоял просто. А что на скрипт? На что? На тотем. А, на тотем там что-то это, фишки есть, да? Дай поюзать, да? Я тоже хочу, можно это? Да не, он только для избранных.
чтобы пиццы были, быть надо чё? Надо быть без рук, чтобы не уметь играть. Без... Да, да, надо быть последним в рекаунте по ДПС всегда. И все будет. А можно по-другому? 5000 на карту. Оу. Ну, тут надо подумать. Дашь время. Неликс, я согласен, кидай 5000. У меня еще такой вопрос по теме. Подожди. Сука, кто на... Кто? Жужин. Вот телефон. Кто шарит, где взять чарку на проникающую способность заклинаний на плащ? Начертатели. Ой, на этом КД никто не полбосса вроде ОКХ не убил Зиди. Там, короче, надо или по 18, или по 20, короче, что-то не помню. Короче, надо готовь стак абсолютной пыли и чародейской пыли. По стаку приготовь на чарку. У начертателя? Да вот вам линкую, вот вам линкую, вот есть. Я понимаю, а где ее взять? На острове. У меня. Нет, а до острова там на 30 есть. Где ее взять? Долларан. Аукцион. Нету там. Скорее всего, где-то у вендора покупает. Да, сколько просто. Нету там, я смотрел, все перечеркнул. Разобрали уже. Верим. Мне с острова не надо. Давай сейчас зайдем в ремесло. Там на 33. Так, сопротивление вот здесь на 20. Проникающий способность заклинаний. Да 33. Я-то я знаю, нет. Другому, по-моему, пинета называется, да? Да. Да. Тренером он учится. Тренер пишет. Написано 15. Значит, я слаки. Ты прогулял эти уроки, да? Да я вообще не хожу на них. Библ, она даже у меня выучена, значит, там учит тренер. А, я, значит, прослак. Все, спасибо. Ты там на X3 инчан, что ли, кач? Да, у меня Юва фул и инчан, спасибо. Ну так мы и теряем людей. Я же вне РТ. Все так говорят. Все так начинают. Приход никто не давал ни в 4 часа, ни сейчас. Офицеры, прием, прием. Почему у меня приход ассоциируется с наркотиками? Ну, потому что сижу, приход... думаю, как вагу насчет наркотиков подъебать. Потому что никак, опыт... бессмысленно. Опыт жизни маленький. Так, Кирс я тут давал. Никто не давал, у меня просто журнал, говоришь.
не собралось же нихуя. Клятва выпала, монород. Тут зубы ему, наверное. 290. Последнее начисление было вчера, 8 часов вечера. Окей. Чего ты распылил, монород? А я клятву одел. Вообще красиво, блядь. А зачем ты клятву-то распылил? Так, отдаешь монороду клятву, он пылит. С Мозера взял пример. Вообще, блядь. Мы Жавара будем бить? Вчера вроде не убили его. Пошли, пока эти вагоны заходят, блядь, на это, на робота заодно почистим, на робота сегодня. Прикинь, если бы у нас кто-то реально из играющих гильдий был бы попом настоящим. Ну что, срочно ищем попа в гильдию. Кстати, был некий типа поп. Какой-то там РЛ был. Я не знаю, в реале поп он или нет. Я атеист. Сначала хотел сказать аутист. Потом это. Что ж не сказал, но ёпта. Посмотрел, как челики сегодня на X1 бьют Синдру. И понял, как их жизнь тленна по сравнению с нашей. Тебе и Ока Гер, и Т5, и Протовар танчит Халиона во тьме. Совсем не то, что в обычной, блядь, Вовке. Ты бы застал бы, когда она не пофикшена была. Этот, Протовар-то? Какой Протовар? Синдра. А чё там было? Там была Бо. До сих пор не пофикшена, блядь. Там реально боль была. Типа, когда она притягивала и замораживала одновременно, да, всех? Ну да, там всякие фишки. Я застал это всё. Я в то время 10 оп траил, блядь. Когда она притягивала и делала сразу дыхание, там красиво. Притягивала, дыхание, хвост, всю хуйню просто делала. Блять, вы чё, прикалываетесь или чё? Танки сдохли. Так может, ну это трэш нахуй, пока рейфул не будет, раз танки падают или чё у вас? Да не, сейчас вот этого убьём и есть не вас. Видишь, при меня хоть одного танка? Да. Вот упал. Вот сейчас упал танк. Ваншот. До этого он не падал. Кто его не сбивает? Вот. Ну? Я вот вижу сзади три АФКшера в виде Гевки, Сантея. Вы чё, охренели что ли? Вары Чарджем не могут этот каз сбить? Нет. Ты думаешь, почему у меня Чардж на единичке стоит? Вары, ой, вары, говорю, Роги могут пинком подсраку сбить каз. Там такой Рога, наверное, таурет, блядь. С копытом, блядь. Чтобы так, вообще... вот эти три АФКшера сзади, они БУЕ и воронки не ролят. Как говорил Лидан, смело сказано, но все равно не впечатляет. Он опять танка положил. Ну посмотрите ХПС, кто хилит, так, посмотрите. Похильте меня. А там бой, как спикнуть?
Просто посмотрите, кто килит, и все станет ясно. Один вот. Килит. Поддержите, пока сейчас у меня отражение откатится. Все, добивайтесь. Видишь, даже вармсета ничего. Ай-яй-яй. Да. Неликс, как ты до такого докатился? Он ДЦ, ДЦ. Я, короче, даже воет, знаешь, что видел? ДПС трэш линкуешь, что ебаный стык. Я же говорю, ДЦ, ДЦ. Стоит, короче, маг, гном, да? А за ним, блядь, рога нахуй, ты уран, блядь. А чё я скачился, что-то не помню вообще? Ты как знаешь, типа, анекдот был. С БК времен. Идут, типа, в лесу встречаются два чернокнижника. Один альянс, другой орда. Ордынец такой нежить и альянс такой хуман. Ну и начинают биться, короче. Ну и все, и уже бьются. Остается у них маны чисто на один каст. И хп чисто по 100 хп остается. Ну, типа, с одной тычки сдохнут, типа. Ну и, блядь, хуман говорит, типа, у меня тут рога в пати, блядь. Сейчас типа его позовут, тебе пизды даст. Ну зови, типа. Приходит такой гном рога, блядь. И этот дед говорит, ну у меня тоже тут в пати есть. Зовет, короче. А там таурен такой вар, блядь. Просто дерево вырывает с корнями. Такой, говорит, ну чё там, кому пизды дать? Вот Джуля сбивай, ну ты чё, блин, слака? Этого не швыряй, я отражаю. Помните тактику Войда, давайте ее придерживаться. Ну, в избежание вайпа на трэше стоит, да, упереться в стену. Ладосы, ну дайте хоть какой-нибудь баф. Держи. Сука.
Дай вам Бог здоровья. И подай вам Бог. Это же Якубович так говорил. Вроде бы. А ты бы участвовал бы в поле чудес, если тебя позвали бы в это? Ну, если бы там вопросы про товары были, я бы поучаствовал. Про товары действительно танчат? Слово из трех букв. И там бабульки всякие с соленьями, там с вареньями. Там ДК, паладины такие, да, барабан вращает. Какой класс из перехитренных? Заходишь, сразу топор на барабан ложишь свой двуручный, блин. Опасно, мобы сагрены. И говоришь, надеюсь, я выиграю автомобиль. За место сектор приз за ШМК, да? Это в Глухаре, по-моему, в сериале был, это про Вов, там какая-то серия. Чувак там какой-то гильдии приехал и завалил чувака за то, что он на какой-то там доспех кинул, блять. Про линейку, про DVP? Да или в Warcraft, ну что-то не знаю, там Орк или что-то такое он там рассказывал, аж не помню точно, но какая-то такая игра тоже. Типа Вова. Это Lineage типа, 2 там, была. ГМ, что ли, гильдии или что-то такое там. Он меня оскорбил, я его приехал, убил. Это в линейке. Ну, может быть. Какой класс из перечисленных не танчит? ДК, паладин, вар. Гойд, ваш ответ. ДК. Это неправильно. А чё ты друиду в ответа не добавил? А да, друид. Ай-яй-яй. Мы с Рукули тоже думали, друиды не танк. Так я сделал мишку, начал танчить. Пул контент. Даже ЖРС в этом не закончил. Хотя там мишку так тяжело хитить вообще же. Со скриптами? Какие скрипты? Там хилы просто обрыгивают. Визуальная падала в хилботе 30%, а у Войда 5%. Сядь, ты с нами? Да, здесь. Ну как там скрипты на замене работают? Все пиздец. Превосходно. Человек скрипт, ну блять. Тебя видишь, теперь даже в рейд боятся брать, иначе всех забанят. Крашнул вам рейд, пацаны. Да не, я реально не знаю, из-за чего это прикол. Ну как я понял, это тупо рандом. Да все понятно. Скриптер. Я вот тоже не могу понять, как вчера Коника дал на роботе топ какой-то. Это тут не ладно. Коника дал. Роги топ просто. А ты видел? Вчера я был в топ ДПС. Наверное, не только мышка играет, у него педали еще стоят снизу, прожимают. Че тебе дали? Я видел конец боя.
Он просто стоит коников как-то. О, я забыл. Или что, или диван дали, или что там дали? Да мне диван дали, блядь. А нахуя? Я был попадя. Там срыва-то не было, ты Оман-то видел. Лёха кинул, там все куплено, все да подставлено. Да я крылья кинул, как бы, диван зачем было кидать? Так ты ж сам сказал, давай, давай, кидай, я сейчас обгоню этого разбойника. Лёх, надо в следующий раз вначале боб, а потом диван. Я потом тоже присоединюсь. Я, кстати, макрос написал, так что больше не прокатится. Там канцелаура, нахуй. Блин, защиты, божественное вмешательство. Всю хуйню снимают сразу. Я вчера даже увидел. Дайте хотя бы касочку по разбойникам, пожалуйста. Килы даже спрашивал, как там прописывается. Дал трапу, как профессионал кинул. Забандил это чудовище. За скрипты? Мем, блять, родился. Ты, кстати, Влага, можешь это, бабу, короче, это... На питомца боб кидать. Он не заметит его. Чё, питомец, боб, ты о чём? Я вообще не люблю в рейде бопы вот эти. Меликом давать. Я обычно за это ГП давал. Он имеет про виду про это питомца с ником Red Bar. А кого он есть хоть? Думаю, совпадение или нет. Лёха в рейде опять что-то ничего не... Это дай перекур на 10 минут. Чё, мы Калару пойдём или на роботе останемся? Калару и 10 этот... И, блядь, спросил Полины, где она. 6 часов должна была ещё. Сейчас попробую. А, кстати, Войд. Чё? Ты же, блядь, Саки на протик отслеживаешь, да? Ну, вот эти какие от кровотечения? Ну, первая, да, первая кровь. Ну. И ты на каждый стак, типа, 10 саков, ну, разрешаешь вихрь, правильно? Нет. А нахуй ты их копишь? Ты, блядь, понимаешь вообще, ну, смысл? Зачем разряжать тебе, если ты мейн танк? Вот зачем? Вот ты на робота пришел танчить, ударил кровопусканием, делаешь ротацию, какая у тебя там. И такой накопил 10 стаков и разрядил. Зачем? Что это тебе дает, ты понимаешь? Это агро. Какое это агро, блядь? Вот ты Вара прото создал, вот что это тебе дает? Вот спиканись в своего танка, одень шмот. И чё? Я посмотрю. Спиканулся? Давай я спекаться не буду, просто надену шмот и всё. Нет, ты ветку покажи. Тоже спиканись, всё равно пока стоим. Блядь, там кристалл у меня просто. Ты в курсе, что спиканул? Когда ты вихрь нажимаешь, стаки спадают. И тебе их заново ждать надо. Я тебе и по счёт этого и спрашиваю. Ну, так а зачем тебе вихрь нажимать? Его не надо вообще нажимать. Он, блядь, ни в РБК, ни здесь, ни на одном боссе. Его тупо не надо нажимать никогда. У кого такая фигня была? Выкинула из игры, и сейчас полоска дошла, прогрузилась, но ничего не запускает. Там народ, блядь, все, что смотри, мне надо, я уже давно знаю. Сколько там оно агро дает? За каждый стак у тебя 10 стаков, у тебя увеличится урон от вихря. И? Агр. И?
Но я тебя просто спрашиваю, ты им пользуешься или нет? И как я тебя услышал? Я говорю, что... не пользуюсь. Потому что оно агро дает. Вот 10 саков накоплено, ты нажимаешь, оно 100 агро... 100... Ну вот эту хуйню в омане. 100 агро дает. Там еще кабуковка, то есть 100 к агро. А одна казнь дает, блять, по 50. Две казни, все. Это под 10 стаками. Редвар, что за камень в плечах? Ну что за стыдобище? Кучара. 36 мастерства, блять. Такое не ставится танку. Ты вруби таланты танковские. Чего не ставится? Такой камень красный танку не ставится. А что ставится? Красный слот будет лучше экспертизы с выносливостью. Вруби таланты. Чё за экспертиза, я чё-то не понял. Мастерство, выносливость, чистое мастерство не ставится вот так вот, это херня. Слышишь, вруби таланты танковские. Я когда набью, а потом уже буду менять их. В смысле, как мастерство сначала набью, а потом уже буду тусовать. Сколько у тебя сейчас? Сейчас скажу. Сейчас у меня 47. Ну так там на всякий случай в ветке танка есть 6 мастерства еще. Так что спиканись в танк, сейчас я перезайду. Я спиканулся, посмотри. Сейчас я перезайду. Пожалуйста, блять, наш великий протовар, посмотри, мой спек. Надо перезайти. Не, ну серьезно, ты конечно с красным камнем полированным мастерство, это вообще горячего хапа. Ну... Я не знаю, как. Я себе по-разному могу позволить, почему бы нет. Я сначала набью себе кап, а потом уже буду тусовать. Кап-то ну, по-разному смысле, там... можно собирать. Смотря какие шмотки. Я сразу, когда Т5 одел, пошел, посмотрел на манекене, что к чему. Ты давай, великий протовар, сходи уже, блядь, заебал. И в РБК тоже был. И... Как видео уже есть, я затанчил Ильича и всю хуйню, все, что можно. Рассказывай, что у меня спеки не так. И уже вывод для себя сделал про вихрь. Про всю эту хуйню. Ну вот, сейчас открою. Смотри. Таланты. Ну это так себе. Талант. А что за таланты? Откуда ты их взял? Ну вот кровопускание тут не надо. Вообще никак. А что надо взять? Рывок? Да. Че тебе даст рывок? Ну что он дает, прочитай. Вот. Увеличивает единицу урона, который тебе нахуй не нужен. Как ты говоришь? От рывка дополнительные 10 ярости будет. Кропускание не дамажащий спел, а только стакающий стаки. Все. Он ни агра не дает, ничего не дает. То есть в него таланты глупо вкидывать. А вот в рывок, ты делаешь рывок и получаешь чуть больше ярости. Это лучше. Все остальное нормально. И символы какие. Вот. Когда ты говоришь о том, что ты типа мейн танк, и ты, блядь, влетаешь, и у тебя сразу агро под 80. Ты думаешь, этот рывок, который ты говоришь, типа надо прокачать, тебе что-то даст 10 единиц ярости? Я думаю, нихуя тебе не даст. И я не прав или ты прав? Я не знаю, про что ты. Твой опыт танкования, это, наверное, РБК, да? Да, в обычке я РБК хожу. Ну вот, и чё, нормальное кровопускание там, тебе оградывает? Да, охуенно нравится. Ну вот. Вот ты, пускай у тебя такое остается. А символы какие? Блять, вы не спеши меня, нахуй. Пойду я лучше покурить скажу. Вот, это пример про товара, который ничего не понимает о своем классе. Вот видите?
А вот рядом стоит протовар, который все затанчил. Вот видите, да? Дисконнект. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну, блядь, а хули? Да даже что хвалить там, вон видосы-то есть. Открывай, смотри. Все затанчено, все хули. Там где-то есть видос, где ты меня кикнул, Сик. Да не знаю, не помню. Хочешь линка, но? Да не надо. Ебать, это какого года видос? 18? То самое видео, которое ты его потом кикнул с Гильдии? Да. Это, по-моему, прямое вступление было такое. Я, значит, не косячил, ничего, все чет. Он такой хуяк, чекнул меня, посмотрел и кикнул. Я, блядь, запомнил эту скотину. Ты, по-моему, еще охоту запорол, да? Да. Причем после убийства первых вот этих трех боссов. Я помню, помню. Он говорил, еще у меня видео есть. Два месяца не делал квест на охоту. Ты не отмажешься. Это клеймо уже, все. Клеймо, знаешь что? Это когда на циркуле сидит челик, вот прямо сейчас он там в рейде в каком-то, и как-то раз я ему не отдал прилив с лича 25 гер на его паладина, потому что он хуйню говорил в РК. Я говорю, ты от темы не отъезжай давай. Я ему говорю, сука, я тебе не отдам шмот. Она никому не нужна была, блядь. Я просто ее продал торговцу. Я сейчас захожу, такой дискорд, там, там леди. Прицел, говорю, здорово. Здорово, говорит. Помнишь, говорю, я тебе прилив не отдал. Ну, помню такой. Да там такой челик, он, короче, ну, болтливый, блядь. Типа... Вот, после РТ мне нужна консультация по поводу танка ДК. ДК? А что у тебя ДК? Да, полная, вообще полная консультация. Могу прямо сейчас скинуть ссылку. Полная консультация, записанная много лет назад. Ну, немного, может, года два. Именно для первоначального, вот, с нуля. Ну там все вообще, типа, как в детском саду рассказывается. Сейчас найду. Ну-ка, давай. Так, даже это... А Т-4 какие надо собирать? Т-4? Да. Ну, у меня, короче, все кроме головы. Ну, голова с леди идет. На X3 еще нету леди. Ссылка. А... Ну там по капам надо смотреть, типа... Опять короче, же... надо по факту, что у тебя есть и что не, смотреть, не хватает. Да, ну самое главное, это чтобы меткость была там, хотя бы чтобы с пылы попадали. А ты знаешь, Войд? Про товар без щита, это не про товар. Танчил без щита как-то раз. Видишь, в чем дело? Тот гайд, который у меня, он не подойдет, он именно для героиков, что именно для топ-контента. А если ты, допустим... Я тебе про что и говорю. Если ты, допустим, ну, одеваешься, типа, на серваке, и танчишь какие-то там РБК, блядь, с БДК все сложно, потому что, ну, лично я им не играл, чтобы в РБК проходить. Там нужны и агро по пачкам, блядь. Либо вариант, ты просто делаешь спек этого гибрида, типа, когти и 10 АП. Ты, типа, как бы баф будешь давать, но тебе придется... Ну, то есть, через ЛПшки основное агро, и... Тебе придется как бы свичиться таргеты мобов, то есть и переключаться в каждого давать типа ЛПшку, там удары всякие, чтобы рунит прокал только, да. А в Т4 там просто лужу дал, и все, нагро на тебе, да? Да вроде как да, нахуй, ну не сказать, что оно такое охуенное, блядь. Даже у протовара получше по пакам агро будет. Когда чит сделают на протовара, блядь, будет. Легендарный, блядь. С тремя сроками. Забыл соло таргетом всегда и будет. ДКшник-то? Да. Да, ну. ДКшник хороший соло таргет. Да, заебись соло. А если фрост ДК сделать? Да без разницы. Но сейчас говорят, ванходики они нормальные.
Какой он холик? Там Т4. Это там же стужа или как она вот эта вот бесконечная? Она же ауешна, как ебошит сильно. Там по-любому агро должно быть. Не сказать, что мега охуенная, там агро будет в Т4. Ну, по крайней мере, лучше, чем... Пока... Если сравнивать с мишкой, допустим, то, блядь, с мишки лучше в ауе вообще. Мишки-то мишки, да. Но мишки у меня нет. Ну смотри, и, смотря что тебе надо от ДК, ты должен просто ответить на вопрос. Вот, хочу РБК танчить, как вот. Бог. Ну как боженька просто. РБК как бог. Ну вроде как по пакам, по куче мобов, будет агро больше у анхолика всегда. То есть прокачиваешь анхолика, блядь, болезни, хуезни, всю хуйню. Блага делает, не бьет себе мозг, блядь. Будет жить намного лучше и держать больше. Блада? Ну, Влади будет жить, хоть и самоотхиливаться, блядь. Да. Вон холики в гибриде тоже самоотхил, я его на БГ гоняю, меня убить никто не... Там видишь, в чем проблема? На лоу гире, смотря опять же, как тебя пробивают, какие рейды ты танчишь. Воля мертвых будет топ-талантом всегда. Танк, РБК, да. Вот я говорю. Пока что РБК. Ну, такое было. Единственный успех, в котором... Тебя лагает. А чё за никто его ДК? Это не тот ДК, который, блядь, хуй убьёшь миликом, но... Сюда иди, да, Ник? Нет-нет, там другой какой-то. Он настолько сверхлёг. Инфа есть, нет? Чё там, Полина ответила, что?